Здравствуйте. Сегодня такой будет не обзор, а маленькая зарисовка. Я там нашел себя на стеллажах еще всякую рухлядь, и вот хочу сейчас показать ее и подумать, а что с ней дальше делать. Так, итак, значит, вот это вот уже знакомая вещь, был обзор. Это ГП-46, какая-то из его модификаций. Что интересно, что, видите, здесь поставлен уже новый тонарм. Вот с этим возникает звукоснимателем УЗ-2. Вот. Уж наверняка это уже сделано было значительно позднее. И хотя этот проигрыватель однокрасно-скоростной на 78, но вот сюда поставили такой тонарм. Ну, в каком виде, даже напрямую просто тут припаяно. В общем, черта это не работает. Вот, я даже не включал, потому что надо серьезно заниматься. Другой вариант, как бы заняться с этим делом, это поменять тонарм. Вот, поменять тонарм на другой и попробовать этот запустить. Но, к сожалению, родного тонарма у меня от этого ГП-46 нет. И я даже не хочу его искать, хотя уверен, сейчас этого добра полно на Авито и на Мешке. Но я думаю, может быть, если я доберусь до этого проекта, обойтись какими-то там подручными средствами. Вот. А какими, значит, средствами? Вот. У меня, значит, есть вот такой тонар. Достаточно старый. Вот. Все его, наверное, хорошо знают. Этот тонар с таким звукоснимателем тоже известным. Единственное, что, видите, он как бы примотан ниткой, изолентой, потому что он не защелкивался. Но это небольшая проблема. В принципе, это можно все починить. Он тут, видите, подклеен. В принципе, можно заняться и привести этот тонар в порядок. Вот. Хотя у меня где-то был, я точно помню, у меня где-то валяется такого типа совершенно новый тонар в коробке. Вот только не знаю где, к сожалению. Вот. А еще у меня вот есть такой тонарм замечательный. Вот, значит, это пьезотонарм типа как от Эльфы. Но не знаю от чего он точно, потому что здесь даже, вот видите, есть, я так понимаю, какой-то механизм типа автостопа. Вот, от какого это агрегата я не знаю. Может быть, кто-то мне подскажет, от какого он агрегата. Видите, здесь есть даже контактная группа. Вот, явно здесь механизм был автостоп какой-то, но от какого проигрывателя я не знаю. Вот. Значит, я заглянул, чем тут, что тут мне попалось интересного. Это иголка, значит, иголка здесь стоит корундовая в этом посадочном месте. Такие иголки, я помню, производились. У меня где-то есть новые на 33 оборота, а вот это вот, не знаю, на 33 или на 78 оборотов. Но я еще снял эту крышечку, посмотрел, там даже вроде кристалл целый, но не факт, что он работает. Но вот такой кристалл большой можно вырезать из куска пьезоизлучателя. У меня где-то валяются эти пьезоизлучатели, но сейчас тоже не знаю где, может, когда-нибудь найду, да вырежу, если это не работает. Но проверить интересно. Только пока я его не придумал, как сверлить неохота, ГП-46, не придумал, как его поставить. Может быть, поставлю в Эльфу, посмотрю, может, он туда подходит. Вот. Ну и еще тут вместе с этими тонарами валялось всякие запчасти тут, я так понимаю, тоже от какого-то проигрывателя снятые. Тут лапки, тут крышечка, не знаю, что это такое. И не знаю, зачем это нужно, может быть, для чего-то и пригодится. Вот такая вот сегодня краткая зарисовка всякой дряни. Вот, основное, конечно, это вот этот вот ГП-46 с замененным тонармом. Ну, посмотрим, если вдруг мне будет, вдруг появится, не то что времени мне всегда не хватает, и вдруг захочется что-нибудь такое сделать, я, может быть, я проверю, как это все работает, и приведу в порядок, и попробую вам показать. Но даже надо сказать, что вот
Здесь иголки даже в рабочем состоянии. Не знаю, как там кристаллы, иголки в рабочем. Хотя тут все сколото, сам крепеж сколот. Ну, тоже можно попробовать все это потихонечку починить. Ну вот, на этом этот мой краткий обзор я закончил. Даже не обзор, а зарисовку. И до новых встреч. Спасибо всем большое. И до свидания.